Итак, попробую пояснить. Я в Москве вообще. Это Коннор Маклауд. Также известный как Маклауд или Макляка. Маклауд. Это одновременно самый неизвестный по подписчикам чувак в гитарном ютубе. У него тоже один подписчик, это его мало. 197, нет. Его знают все. Это чувак... Ну, как бы немножко ёбнутый, не от мира сего. С кошечкой крышечкой. Ему, да, он, типа, значит, на форумах с кем-то срался, воевал с Фредом, воевал со мной. У меня есть просто 100 реакций. Типа, был у меня донатер, который мне... То есть, Макляка... Условно, я снимал какую-то хуйню, Маклауд бомбил, снимал там на меня огромное видео минут на 20, мне донатили, типа, 400 рублей, посмотри, я реагировал. Макляка опять снимал какую-то хуйню. Я опять там... То есть, просто это реально легенда стримов Моисея Великанова. Он в какой-то момент пожух, он обещал, что, типа, я клянусь, что никогда больше не буду снимать реакции на Моисея. Ой, я вижу. Ну и как бы да, там... Он улетел, но обещал вернуться. Вот, да, типа того. И вот у него есть видос, называется «Ищу жену в Петербурге». Значит, да, ему что-то типа около... Вот ты только хотел спросить, блядь, сука, мысль читать. 30 годов. Хотел спросить, сколько лет, блядь, чуваку, непонятно. Около 30... То ли очень плохо, он чуть-чуть... 19? Он, типа, по-моему, чуть ли не буквально немного там что-то того. Ну, типа клиника. Вот, ему 30 лет, он живет в комнате с бабушкой. Факт, но понятно, почему у него проблемы с кукушкой. Вот, и он постоянно там... То работает почтальоном. Меня в 13 выперли, блядь, в отдельную комнату. То как... Нет, ну не буквально с ней, нет, у него в квартире с бабушкой. У него своя комната, но в квартире с бабушкой, типа. А, ну в квартире окей, но если в одной комнате, это пиздец. Вот, ну конечно. Типа даже когда старший там брат или сестра живет в комнате с младшей или старшей, это все равно пиздец. Ну это такое, это тоже отдельный локальный рофл. Значит, и у него все время какая-то... Хуйня, вот он с Гапоном срался, он вызывал Гапона на батл, потом сам слился. Ребят, что еще про Макляку интересного надо вспомнить, чтобы коротко пояснить, как бы, что это вообще за персонаж? Короче. Он тут просто все скрыл, у него все видосы скрыты, у него прям полный канал был, куча. Типа, как его зовут, который, типа, что-то дай потанцевать, я ничего не могу потанцевать нормально. Блядь, я хуй его знает, как его зовут, ёбаный рот, я забыла. У меня реально, ну, типа, куча... То есть, а, он однажды был на стриме с одним тоже моим чуваком знакомым, нажрался, упал со стула, стул сломал, там, что-то... Все с этого угорали. Ты забыл главный факт о Маклауде. А, есть такой Антон Апарин. Антон Апарин — это, типа, тоже гитарист, который срался с Фредом, оказался просто крысой, падлой и тварью гитарного ютуба, самый главный. И у нас есть локальный кек, что Апарин подрочил Маклауда. Это просто бред, ну, вот, типа, как бы, вот Антон О задонатил. Пьяный Маклауд не несет... Да, что-то. Ну, я там смотрел вот это старые еще мои реакты на Макляку там. А, блядь! Я там что-то усывался с него, типа, я не помню. Гази и бляди не работают, да? Они сидят дома. Он кахтавит. И получают ЗП больше, чем я, работающий человек. Хух! Он на полном серьезе так разговаривает всегда? Ну, пиздец! Это потом жестко, он... Это да, жестко. Он там что-то, блядь... Прям... Потом он как-то с водкой всех наебал. Типа, ему задонатили, выпей водки... Он, блядь, за кадром ее как-то выпил. Ну, типа, он, видимо, не специально, но это смешно. Фред всегда в начале видео говорит... Это же так за кадром. Фред всегда в начале видео говорит, типа, ну что ж, я снова всех вас приветствую. Типа, да, что снова всех приветствую, и вот сегодня мы разберем такого-то. Макляка есть. Его хейтер, и он поэтому, типа, в качестве... Ну что ж, я снова всех дико тотально приветствую. Типа, он как бы в шутку так говорит в начале, и... Были видосы, где он ходил по улице, подкатывал к бам. Он нажрался, ходил, подкатывал к бам. Я сдал 8-е, я крутой гитарист, бля, давайте. То есть, такое там. Пипец! Это, ну, правда, больно немножко, вот. Чел с кукушечкой. Под... Ну, то есть, это именно очень угарный персонаж. Mm-hmm. Бесконечно можно пояснить. А, One Two Fucking Free, это он дико нажрался на стриме. И он был... Ну, он еще по... и бухает, да? Ну, конечно. Он был по скайпе в эфире с Альбертом, вот этим чуваком. И вот, в какой-то момент просто ни с того ни с сего, one, two, fucking free, и как вхуяривается в системный блок, и на этом кадре стрим обрывается, блядь, типа, то есть... Блядь, есть видосы. Блин, я надеюсь, есть, ну, сейчас, one, two, fucking free,
И, блядь, у нас, типа, там были какие-то приколы, что Маклауд встал, взял орла и полетел. Ещё он говорил, что вот кое-что делал с твоей сестрой. А, еще он сестру ебал, да. Ну, вообще. Да. Вот этот стрим, я, ну, как бы, моя реакция сохранилась. Я не знаю, что там было. Fucking free. Все говорят, вон, что пиздец. Вон, too fucking free. Маклауд. Нихуя себе! Ворвался на стрим. Чё, куда? И все, ну то есть на этом скайп оборвался, мы ему не могли дозвониться. Это жесть полная, блядь. Да. Вот. Такой прикол. Это а, блин. Типа, на стриме со мной он падал со стула. Это было сейчас, ну, у меня, к сожалению, стрим удалился. А ты типа с ним сам связывался, ты имеешь в виду? Или стрим? У меня был с ним стрим один, да. Мы там типа спорили насчет сейчас Fred from Desire. Не Fred from Desire, а именно Fred from Desire. Да. Поясняю. Фред в каком-то видосе... Каким хуем из он играл свою песню и типа говорит, смотрите, вот, блядь, все эти гитаристы рассказывают мне, я там, типа, там что-то не попадаю. Вот я, типа, беру на стриме, на, блядь. И вот эта хуйня у меня стоит сейчас на донате на 50 рублей. И вот этот на, блядь, это супер популярный локальный мем. Животное, и вот я его добавил, типа, вот здесь, как бы, вот под эту песню, на, блядь. Вот. И вот здесь Макляка остался. Вот там Макляка со стула упал, это был стрим со мной. И типа я подрисовал, что это Фред его ударил на самом деле. Был еще какой-то гитарный батл, и там чувак упал, типа. Во время просто играл соло, хуяк, взял, упал. Я подрисовал, типа, это Фред упал. Что-то, короче, Моисей, почему упал... Теплов, по-моему, его звали, ну ладно. Вот. Вот она играет там, типа, угорает. А там тоже все хейтеры Фреда на этом батле. На, блядь. Так вот. А вот этот чел, который на, блядь, это вот этот... Это Фред. Нет, это Фред. А, он вот. Тоже. Вот, а ну, поехавший вот Макляка. Ну, что-то не похоже. Да. Не-не-не, это Фред. Пиздец. Вот. Все, хейтеры нарежут, скажут, да, это тот поехавший, да, это Фред. Так вот, итак, он ищет жену в Петербурге и снимает об этом как бы видеообъявление. А, приветствую, меня зовут Дмитрий. Дмитрий. Сейчас будет довольно деликатная тема. Вот, даже не знаю, как к ней подойти. Возможно, будут кое-какие заминки небольшие по ходу видео, потому что причесался я... такой. Снимаю без ну, не помыл голову, заметил. Вот, я просто буду говорить, что думаю. А он ходит в одной и той же футболке по неделям, там, типа, реально. Мы лекции на него снимаем, следующий день, блядь, он в той же самой, типа, ничего, Могляка, ебать, что за хуйня? Я дома хожу, типа, похуй. Какая нахуй разница? А вот. Все там делают просто, блядь. Не знаю, я меняю каждый день. Мне нехуй. На левую руку. Ну, типа, на улицу я одеваюсь, да. Кольца у меня просто нет. Но как считается, что если ты надеваешь кольцо на левую руку, это значит, что не знаю, даже по несколько дней хожу в одном и том же. А если надеваешь его на правую руку, то это значит, что ты занят. Вот поэтому я просто его сниму. Пока не грязный, не заляпанный там бигмаками, знаешь, вот это можно носить. Непосредственно к теме. Ну здесь он типа прям при этом. Даже сегодня я чистая, парадная надела. Даже кровать чуть-чуть заправила. Кажись. Это уже довольно неплохой возраст, да? Ну, для России. Вот. А он еще прям лютый. Рашка-парашка вся, блядь, там ебаная. Антиватник. Достаточно быстро старею. Да, да. Вот я уже выгляжу лет на 40. Тупые россиян. Блин, я же прямо ума не взял. Я прям вообще дико. До 60 лет, если я доживаю, то это уже очень круто. Вот. Мне сейчас 31 на самом деле, да? Соболезно. Никогда не было девушки. Ну, никогда не было. И рофлит, я хотел возможно. Найти какую-то подругу, да. Ну, типа, он рофлит не как Мэдисон, а как бы, ну... Вот. Типа, прям, да. Пытается, но... И для создания, так сказать... То есть, смешон не рофл, а смешон факт, как он рофлит, типа... Да-да-да, что он, в принципе, это делает. Вот. Я не дам, наверное, ну, сам, как видите, я не очень симпатичный,
Вот, да, Юрия Петровича. Юрий Петрович, это Фред как раз. У меня внешне крестного. Александр Блинов. Вообще прям творит хуйню какую-то. Блин. Поэтому мне он тоже такой, типа, я думаю, блядь, наверное, какой-то. Это он и есть, да. Да, скорее всего, типа, ой, блядь, там. Тут куча локальных мемов. Типа, короче, Юрий Петрович, это Фред гитарист, во-первых, и типа. Ну, сперва Лёха из Бау вот это начал рофлить, называть его Юрий Петрович. Ну, я подхватил, вот Макляка тоже, видимо. Юрий Петрович, у меня далеко до него, типа, как бы, да. До Александра Блинова. Саня Блинов – это молодой чел, но фред-гитарист его считает прям самый лучший ученик фред-гитарист, который, типа, его превзошел там по таймингу, блядь, типа того. С этого, конечно, хейтеры все, типа, там на говно исходят плотно, да. Дмитрия Гапона мне очень далеко. Гапон, ну, помнишь? Поэтому у да, них да. там... Все лучше. Им достается все лучшее, понятное дело, хотя... Вот у него периодически он, типа, пытается рафлануть, ну, и тебе кажется, вот, блин, жалко, что его стебут, а пиздит всегда просто по-черному и потом всех наебывает, то есть это тоже уже известная тема. Блин, прикольно. Может, и Петровичу да. уже понятно, там, ему 37, даме 25. Вот. Меньше, ну, там. Да, ну, типа, жена Фреда моя ровесница. Ну, потому что у него якобы 200 тысяч в месяц доход. Плюс, если его... Ну, типа, ой, 20 тысяч. Прощения, адепт. Ну, может, ей 25, адепт, да. Фаната, неважно. Вот. Ну, которые готовы помочь, готовы всегда скинуть на операцию по смене, ой, по коррекции зрения. Не обухала. Вот. Коричневый контент. Бля, смотри, реально. Типа, здесь нормально выглядит, а там как будто в него насрали прям. Видишь, в кадре. Ой, извините, что-то перебила. Не, подожди, оставь. Не, под жопу подставила, типа, вот. Видишь, как будто прям понос такой, прям разбрызгали, блядь. Коскрины. Блядь. Прям реально мы надрестали, типа, прям в контейнер, блядь. В контейнер. На ебанес, если работать человеку не нужно, а жена просит, ну, все-таки жена молодая, и на айфоны, еще что-то нужно, понятное дело. И до этого она была замужем. Насколько я знаю, хуйня вообще. Виолетта. Это... Виолетта. Бля, подожди, вот тут оставь. Симпатичная, да. Че Виолетта? Виолетта. А, да, ее зовут Виолетта. У него была жена Виолетта? Ну, не у него, а у Фреда жена Виолетта зовут. А-а-а. И не была, есть. У него... Виолетта. И дочь есть. Да, там... А дочь как зовут? Яна тоже. Крепко наваливает там в подгузнике уже. По-моему, да. На мой взгляд, она довольно симпатичная. Подать в риту. Что там было? Дать в ритус, да. Крепко дает в ритус. Крепко уже в ритус поддает деваха, молодец. Крепко навалил в подгузник. Мощно. Мне нечего придираться тут. Я не ищу себе какую-то красавицу 18-летнюю. Вот, Лишь бы была честная. Красавица. Понятно, давай видно, ищем. Что на наших не ищу, красавица. Все хорошие уже заняты. Блять, какая на пиздец. Наших вот или там украинских, белорусок. Вот. Ну, из бывшего СНГ. Девушки у нас красивее, чем там во всяких Япониях, там, во всяких там Германиях. И сейчас кадр надо выбрать. Более. Вот. Они у нас красивее и там. Блин, насрали глаза не большой. Да, блядь. И все нормальные, в принципе, уже заняты. Поэтому я не особо привередлив. Вот я дико ищу. Извиняюсь за такое поведение. Девушку. Что говоришь? Да я типа сейчас, блядь, во рту поковырялся, так я типа говорю, блядь, да дико пихуй. Извиняюсь. Да. Я пердю на стримах, пердю. Женщину, да, ну, от 20 до 37 лет. И да, я готов к тому, что у нее будет ребенок. У нас, блядь, говно на стриме только что было, как бы. Ну, такое бывает. В принципе, я не против. Я не против. Ну, люди там сходятся, потом, ну, совершенно внезапно. Они расходятся, и совершенно внезапно. У них остаются дети, да, после брака. Вот. Вот у меня есть там на работе, ну... Заебал. Скажем так, знакомая. Вот. Мне просто хочется общения, а она думает, что я всерьез хочу отбить ее у мужа. Нет, брак это святое. Брак это святое. Мне просто общение. Я хочу вот общаться, знаете ли. Кого отбить, вот, блядь? Как он кого-то? Общение мне не стоит. А со своими знакомыми я не могу общаться, потому что, ну,
они все мужского пола, во-первых, да? Во-вторых, они все попрошайки. А, да, у него все знакомые. Он как бы, он там сам фармит что-то типа 10-20 там в месяц. И, ну, там частично все равно за счет бабки живет, там что-то такое. Блядь, это очень... И при этом он... Я в этом предупреждал, да? Я уже знаю этот мем. То есть, как я уже говорил, в неожиданный момент, внезапно, может произойти... Вот это. Nightmare Inside, да. Nightmare Inside. Вот, всегда. Охуенно. Вот. Я уже объяснил, спасибо, Леонид Скрим, объяснил мем, показал тот легендарный видос, пояснил, значит, за, так сказать, отношения с монтажерами. Вот. С монтажерами. Да. Вот бы мне монтажер. Ты меня называла. Вот. Значит, что он там сказал? Бля, лол. Во-первых, да? Во-вторых, они все попрошайки. Да, он называет при этом, что все его друзья попрошайки, потому что они, ну, блядь, он корешится с какими-то... С какими-то нет, с, как, ну, с какими-то дурачками со своего района корешится, которые у него постоянно оскают, там, дай сотку, типа, одолжи, там, на пиво, или давай, там, что-то такое. Да. То есть, типа, он умудряется дружить с еще большими долбоебами, чем он сам. Я не знаю, нахера. Мы будем еще бухать или нет? Бля, если козлы добьют... Ребят, 520 козлы, осталось. Козлы, да ты чё, как с людьми, не с людьми, понимаешь? Да я же это... Ну, типа, мне кажется, троллить подписчиков — это святое. Это вот как... Ну, не засирай. Хотя, это почти как мать. Почти такое мать. Же святое, да. Я, не, пусть, ну у меня, типа, блин, они же... Я называю людей, деньги. Которые в бесплатном чате пишут, я их называю бомжи, отребья. Бомжи, не, ну это понятно. Это да, донатеры, да. Ну да, донатеры — это святое. Короче, да, тогда достопочтенные господа... Донатеры. Да. В общем, товарищи денежные мешки, вы, пожалуйста, раскошелитесь. Товарищи спонсоры. Да, еще 520, и мы наполняем наши стаканы заново. И поверьте, не говном и не мочой. К сожалению. Ты хотел сказать, к несчастью. Да. Так вот, что? Они все мужского пола, во-первых, да? Во-вторых, они все попрошайки. Ну, они просто клянчат деньги. Я не могу сказать, что я, ну... очень состоятельным и очень удачным в жизни. Нет, это далеко хочется не так. Вас смотреть после твоей предыстории о нем. Ты, еще раз, главное не чувствовать жалость к нему, потому что он жук, наебщик и вообще пиздец. У меня, конечно же, есть некоторые сбережения, но это для меня просто макулатура, на самом деле. Бабки на пенсии, блядь. Такого не состоит. Я живу в квартире там с родителями, там мама, бабушка, вот. К сожалению, так пока, ну, потому что я не вижу смысла снимать какую-то квартиру. Ну, даже какой смысл-то, блядь? Действительно, нахуй она надо. А жену ну, еще? Да, она жену, да. Блядь, просто! 100 баллов из 5. Допустим, я бы снимал какую-то трехкомнатную квартиру, но мне было бы это, мне было бы скучно. Вот, одному совсем скучно. Вот, и покой, да, часто, очень часто мне это нужно. Бьешься, стишь. Да. А Константин Веденец — это Чупакабра, это тоже легендарный человек, это мой топ-донатер, который одновременно мой хейтер и тролль. И я его везде побанил, короче, блядь. То есть, он потом... все равно донатит, а он гад, он донатит, блядь, маленькими суммами какую-то хуйню. Вон, видишь, шестой вылез в списке топ-донатеров, 60 штук задонатил за все время, только на одну донатку. Да, и при этом он и еще... Есть к чему стремиться. Да. У меня там что-то 1500, по-моему, или сколько. Вот в топ за 7 должна вылезать. Ну, если, главное, под одним никнеймом всегда донать. Ну, да, вот. Павел Воля, блин, вот, это уже да. Хочется найти, ну, пусть не в принципе, это Саня и это Лизбуха, но это не та Саня Лизбуха, о которой вы подумали. Вот так, ребята, да. Это самая, типа, фейковая. Да, это китайская копия. Да, пришел с Алиэкспресс. Саня Лизбуха, да, с Алиэкспресс. К сожалению. Вот поэтому мне хочется найти, ну пусть не красавицу, но честную девушку, да, честную, не шкуру, сразу говорю, которой нужны айфоны, какие-то вот, ну, я, конечно, очень утрирую. Блядь, я не подхожу. Все, пиздец, да. Айфон. Нет, у меня профессия такая, шлёндра для прикольной хуйни, да. Вот всё. Шлёндра для прикольной хуйни. Макля. Да. Ну вот, конечно, это макляка, господи, что за вопросы? Не видно, что ли? Не слышно, что он говорит? Кто может купить телефон? Да, не про тебя, наверное. Ты не купил мне шубу? А про меня? Да, ты макляка. Ну, давай пойду к другому, кто может ее купить. Ну, таких, конечно, очень тоже много. Нет, я очень хотела за него замуж, за макляку, но... Но шлёндра не берёт, да? Во-первых, я не в Петербурге. Да. Во-вторых, ну, как бы, шлёндра не принимается. Так что извини, пожалуйста, дорогой макляка. Увы, да, всё, да, пиздец.
Минус вариант. Просто есть. Увы. Увы. В Америке, там, в Америках, да, там есть. Скажи, просто на съемку клипа, на стрим залетела, блядь, никак мужа не найду, ёбаный, вот чё ж такое-то. Так вот, все, пиздец. Ну, приходится без бухой будет. Понятное дело. Ну, рано или поздно ей тоже будет там лет 50, ну, никому она будет нужна. Никому, конечно. Вот. Так. По факту. Да. Просто хочу найти подругу, женщину, чтобы создать с ней. Такое лицо сделал, блядь, актер, блядь. Ну, для общения. Единственный момент, это важно, на самом деле, чтобы она умела готовить. Потому что если она умеет краситься только, ну, так макляк, дорогой, я умею так. Вот главное, всё, чтобы она умела готовить. Потому что, почему у меня в Петербурге? Ну, а что ему, от бабки съезжать, что ли, в Москву, зачем? Как бы. Чипсы поесть. Ну, бабки, да, это выгодно. Да, ну ладно, хорошо. Бабушке помогать надо, из магазина таскать пакет. Из магазина, да. И вообще, в принципе, ну, сама бабушка тоже готовит, конечно, там, кормит, да, все. Бля, он пенсию свою дает. Жалко, сейчас хуй найдешь видос, он бабушку учил на гитаре играть, короче. Высекать. А, высекать это тоже правда. Зачем девушке готовить, блядь? Готовить очко к... Ну, давай включай дальше, короче. Да. Хочется нормальной еды. Продукты я, конечно же, оплачу, да? Вот, нормально. Борщ там поесть, ну, нормально. Борщ. Я борщ. Сам такое готовлю. Нет, мне просто лень, ну, я не особо умею. Вот поэтому, вот хочется там подругу для общения, чтобы с ней было интересно разговаривать. Ну, на лицо не важно, как говорится, с лица воды не пить. Вот, так, так. Можете написать мне в контакт, ну, я оставлю ее в описании. Спасибо. Я не знаю, это прикол, не прикол. То есть макляку хуй поймешь. Ну, знаешь, выглядит с одной стороны, как будто человек реально больной на всю башку и на полном серьезе снимает, а с другой стороны, думаешь, ебать, если это рофл, то это просто максимально тонкий. А он типа непонятно, он то есть как бы вроде стебется, вроде как, нет, вроде как, он. Ты знаешь, не... Геннадий Горин, вот он эта хуйня. Он типа да. Типа ты не понимаешь, реальный человек двинутый просто, ну, в ноля. Либо он настолько мощно рофлит, что ты начинаешь верить в то, что он просто поехавший. Ну да, то есть тут вот как бы такой прикол.